стратосфера. Так называется атмосферный слой, расположенный на высоте от 11 до 50 километров. Здесь находится озоновый слой, который надежно защищает нашу планету от губительной солнечной радиации. Несмотря на такое начало сюжета, наш рассказ пойдет не об аэростатах и не о полетах в небо. Мы расскажем вам об обычных строениях, стоящих на Земле. Хотя строения эти не совсем обычные. Они возводятся из панелей высокой заводской готовности на основе деревянного каркаса. Эта технология малоизвестна в Украине. И как все новое и неизведанное, рождают массу страхов и предубеждений. Впрочем, и к полетам наш рассказ имеет самое непосредственное отношение. Мы предлагаем вам взлететь над собственными страхами и предубеждениями, подняться высоко над скучными стереотипами, в рамках которых мы привыкли мыслить, действовать и жить. Город, привычный, хорошо знакомый с детства, с высоты выглядит совсем иначе. Да и увидеть с такой высоты можно гораздо больше. Город разрастается ввысь и вширь. Там и здесь появляются новые дома и целые поселки. А вот и первое свидетельство. Свидетельство того, как сильно нашим сознанием владеют общепринятые мнения и часто ложные утверждения, называемые стереотипами. «Мой дом – моя крепость». Эту старую английскую пословицу мы часто понимаем буквально и строим дома, действительно очень похожие на крепости и замки. Прочные, массивные, на года, на века, а значит, обязательно из камня, кирпича или бетона. Только такой дом, уверены мы, сможет защитить наш маленький, уютный мир. А в это самое время за стенами нашего дома-крепости существует другой мир, который раз и навсегда избавился от подобных предубеждений. Первый в истории полет в стратосферу состоялся в 1900 году. 31 июля немецкий аэростат «Пруссия» поднялся на высоту 10 500 метров. Его пилотами были Берсон и Зюринг, ученые-исследователи из Германии. Много лет Германия является лидером в применении новых строительных технологий. Одна из них очень популярная в Европе – технология сборки домов из панелей высокой заводской готовности. Похожие технологии вот уже более 60 лет применяются и в США. Около 70% всех частных домов там возводятся не из кирпича и бетона, а из специальных панелей. Панельное домостроение широко применяется и в Канаде. При этом используются канадские технологии сборных домов на основе деревянного каркаса. Таким способом возводятся целые поселки и микрорайоны. Именно эта технология позволила канадцам в короткие сроки решить столь злободневный для нас квартирный вопрос. В Японии такая технология является основой современного строительства, так как помогает зданиям выдерживать 8 и даже 9-бальные землетрясения. С такой высоты даже наши спальные районы выглядят очень красиво. Тем не менее, почти каждый второй, а то и каждый первый их житель мечтает о своем собственном частном особняке. Что мешает им осуществить свою мечту? Ну, во-первых, отсутствие средств на каменный или кирпичный дом, а во-вторых, все те же стереотипы. Дом из панелей – это мини-аналог панельных многоэтажек. Действительно, в нашем постсоветском сознании словосочетание «панельный дом» навевает унылые ассоциации с многоэтажными городскими коробками. Однако современные панельные дома ничего общего с ними не имеют. Основой конструкции новых сборных домов
являются высокотехнологичные многослойные панели высокой заводской готовности. Их изготавливают на заводе с помощью качественного заводского оборудования. Это позволяет полностью исключить человеческий фактор, а значит и все возможные погрешности. Эта технология предусматривает также уникальные решения сборки дома, которые дают возможность собирать его очень качественно, а главное – очень быстро. В начале 60-х стратостаты стали использовать для установки новых рекордов высоты прыжков с парашютом. Так, 16 августа 1960 года было установлено сразу три рекорда. Выполняя прыжок с высоты 31 тысяча метров, американский пилот в свободном падении, которое длилось 4 минуты 36 секунд, развил скорость до 1000 км в час, вплотную приблизившись к скорости звука. Скорость строительства – это главное преимущество сборного дома высокой заводской готовности. Чтобы собрать его на участке, достаточно 2-3 дней, а на полное его возведение, начиная от закладки фундамента и заканчивая отделочными работами, уходит всего 2-3 месяца. Это одна из самых быстрых строительных технологий, поэтому такие дома часто называют быстровозводимыми. Он строится быстрее, чем ваши планы на его будущее строительство. Но еще быстрее распространяются мифы и предубеждения, формирующие следующий стереотип. Добротный, прочный и надежный дом нельзя построить быстро. Можно. И не только такой же прочный и надежный, как обычный кирпичный дом, но и такой же теплый и долговечный. История возведения сборных зданий насчитывает не один десяток лет и служит наглядным подтверждением его надежности и долговечности. Еще более убедительным аргументом являются гарантийные обязательства, которые завод-производитель стеновых панелей обязуется выполнять в течение 50 лет. Благодаря инновационным материалам, из которых изготовлены стеновые панели, быстровозводимые дома высокой заводской готовности не только не уступают каменным, но и во многом превосходят их. Сборные дома – это вовсе не экономный дачный вариант, как думают некоторые. Это полноценное жилье для круглогодичного проживания в любом климатическом поясе. Яркое тому свидетельство – их повсеместное использование в условиях сурового климата стран Скандинавии. А вот для того, чтобы убедиться в их комфорте и уюте, не обязательно лететь в Норвегию или в Швецию. Под нами новые здания гостиничного комплекса «Бартоломео» и построены они по технологии панельно-каркасного домостроения. Построены они по немецкой технологии и по проекту компании «Сферостройдизайн», а точнее, собраны из стеновых панелей высокой заводской готовности. Эти стильные, элегантные коттеджи выросли здесь всего за несколько месяцев. Но всякая попытка отыскать в них какие-либо строительные дефекты заранее обречена на провал. Все выполнено безукоризненно. Такое же высокое качество, но уже отделочных работ вы обнаружите и внутри коттеджа. Прибавьте стиль, комфорт, уют. И налицо все необходимые атрибуты номеров европейского класса. Но очевидно, и здесь закостенелый скептик найдет недостатки. Похожие здания комплекса, намеренно выстроенные в одном стиле и в единой цветовой гамме, дадут ему пищу для новых предубеждений. Технология сборки домов высокой заводской готовности ограничивает фантазии архитекторов. Симпатичные городские здания, проплывающие под нами, воплощение творческих идей наших архитекторов. Такими же необычными и красивыми могут быть и сборные дома высокой заводской готовности. Их конструктивные особенности не накладывают никаких ограничений ни на дизайн, ни на архитектуру здания. А разнообразная наружная отделка позволяет построить дом в любом стиле и цветовом решении. Кроме того, стены можно оштукатурить, облицевать плиткой или кирпичом, получив в результате привычное каменное или кирпичное здание. Большая стратосферная программа была разработана и в Советском Союзе, но с 1934 года полеты в стратосферу проводились под грифом строжайшей секретности, давая почву для возникновения слухов и мифов. Неизведанное и неизвестное всегда порождает страхи и мифы. Причиной тому недостаток полезной, объективной информации, которой мы постарались сегодня восполнить.
Итак, сборные дома высокой заводской готовности. Это вовсе не неизвестное строительное новшество, от которого можно ждать любых сюрпризов. Более 60 лет эта технология пользуется заслуженной популярностью в странах Европы и Америки. Минимальные сроки строительства дают им право называться быстровозводимыми домами высокой заводской готовности. Такой дом предназначен для постоянного проживания в течение многих лет. Он такой же прочный и надежный, как обычное кирпичное здание, и полностью отвечает всем современным требованиям к экологии, энергосбережению, огнезащите и комфорту. Панели высокой заводской готовности гарантируют высокое качество строительства и, наконец, позволяют воплотить любую архитектурную задумку. За 65 лет в мире было осуществлено более 40 полетов в стратосферу, которые по разным причинам были прекращены в 60-х годах. В начале нового тысячелетия парашютисты из разных стран начали подготовку к новым высотным полетам. История покорения стратосферы еще не окончена. Не окончена и наша история. Ее продолжение смотрите в следующих выпусках нашей программы. В них мы расскажем более подробно об уже известных нам особенностях быстровозводимых сборных домов, дополнив их новыми интересными фактами. А главное, мы поможем сломать стереотипы, в рамках которых все мы привыкли мыслить, действовать и жить. А это непросто, но очень интересно. Также интересно, как совершить свой первый полет в стратосферу.